Всем привет, с вами Арсений, и сегодня мы рассмотрим подставку RodPod на три удилища от компании Bushido 508. Подставка идет в удобном чехольчике. В комплекте идет вот такая вот подставка верхняя на три удилища. Которая достаточно удобно и функционально вставляется. Фикс зажимается здесь. А здесь зажимается барашком. При необходимости можно наклонять в нужном направлении. Ножки немножко разъезжаются за счет того, что они все-таки рассчитаны на установку на грунт. Три вот таких вот верхних вилки. Как видите, они достаточно массивные, то есть не тоненькие, вот китайские какие-то. Теперь снимаем нижнюю часть. На нижней части у нас также вот такой вот фиксатор, который сюда достаточно легко вот так одевается в нужном положении и затягивается. Вот. Снизу у нас идут стаканы под рукоятку удилища. Вот. Все три ножки у нас могут достаточно легко регулироваться по высоте, то есть при необходимости мы можем поднять на полметра саму треногу, вот, и зафиксировать на нужной высоте. То есть мы приехали, допустим, на место, выставили под нужным углом нашу стойку и спокойно можем закинуть наши снасти и установить удилище, как вам это удобно будет. Причем выхватить удилище вам не составит никакого труда. Как видите, пластик толстый, ударопрочный. Сам каркас выполнен из алюминия. Вот. Здесь вот у нас идут неопреновые такие накладочки. Здесь у нас идет для фиксации в сложном состоянии. Здесь идет у нас вот такой вот тоже фиксатор. Вот многослойный. Три стакана на резьбе. Здесь фиксация в сложном состоянии вот этих трех крепежек под сами спиннинги. Здесь регулировка по высоте самой стойки. При необходимости ножки, чтобы они были пожестче, здесь подкручиваются шестигранником, похоже пятеркой. Вот. Одним словом, данная модель мне самому очень и очень понравилась. Почему? Потому что достаточно быстро разбирается, собирается. Качество материала ощущается прям такой массив, ну, такой приятный на ощупь, все крашеное порошковой красочкой. Ну и немножко о размерах данного RodPod. Ширина 62 сантиметра. Максимальная длина RodPod, высоту получается 1,70 м. В собранном виде RodPod длиной 110 сантиметров. Понравилась стойка для трех удилищ
от компании Bushido 508. Вот. Можете оставлять заявку у нас на сайте. Они уже поступили в продажу. Понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.